дорогие друзья, в программе «Спокойной ночи, малыши» исполнилось 50. 50 лет. Лишь некоторые программы могут похвастаться таким юбилеем. А теперь считайте, скольких людей объединила эта передача. Да, пожалуй, за 50 лет-то не меньше миллиарда. Ух ты! Это же целая планета получается! Планета детства под названием «Спокойной ночи, малыши». Вместе с вами мы отправимся на эту замечательную волшебную планету. Да, и познакомимся с ее чудесами. Итак, дорогие друзья, вы готовы? Да! Теперь понятно. Итак, путешествие начинается. На сцене Лариса Долина, Глеб Матвейчук и Непоседы. В юном месяце апреле в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взмывая выше ели, не верь. Кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взмывая выше ели, не верь. От весенней кутерьмы, и поют над нами птицы, и поем, как птицы мы. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо,